Но, например, к сожалению, вас бьет муж. Упаси Господь, конечно. Да? И у вас сын растет. Вы сначала решите эту конфликтную ситуацию с мужем, желательно, если возможно, сохранить любовь, отношения или даже просто какие-то, хоть какие-то приятельские, но разойтись в разные стороны или развестись. Найти достойного мужчину и рассказывать басни и сказки, вливать в уши своему сыну, какой все равно хороший у него папа. Он когда вырастет, он все сам поймет. Но вы сначала должны решить свою взрослую проблему, свою задачу, как вы вляпались в эту ситуацию, как вы в ней оказались, из нее разгрестись. И параллельно с этим уже потом решать ситуацию своего ребенка. А мы как делаем чаще всего, милые дамы? Объясните, пожалуйста. Вы звоните, пишите в комментариях. Вы, не разрулив одну ситуацию, оставаясь в поле зрения тирана или деспота, вы все равно при этом, а как мне при этом сына воспитывать? Сначала одно реши, потом другое получится. Вместе очень плохо оно получается.